Друзья, всем большой привет! Сегодня у меня для вас обзор из гипермаркета низких цен «Светофор». Это магазин «Маяк» по адресу город Ульяновск, проспект Созидателей, 116. В продаже есть килевые капсулы для стирки «Бимакс Стандарт». Семейная упаковка, 20 капсул, цена 293. Также есть гель для стирки «Сорти Колор», тоже предназначен для цветного белья. Объем 3,4 литра, стоимость 479. А это детский стиральный порошок, называется «Весенняя нежность». Предназначен для стирки вручную, для стирки в машине-автомат. 2,4 килограмма, цена 183 рубля. Также есть детский стиральный порошок «Мамика». Безфосфатный, гипоаллергенный, тоже 2,4 килограмма, можно использовать с рождения, цена 222. И есть универсальный стиральный порошок «Бирюса», 2,4 килограмма, цена 184. А еще в этом магазине в наличии есть стиральный порошок для чувствительной кожи «Тайт Аква Пудра». Масса здесь 6 кг, рассчитан на 40 стирок. Цена 746. И есть стиральный порошок «Ариэль Колор Аква Пудра», насыщенный цвет. Тоже масса 6 кг, рассчитан на 40 стирок. Его стоимость 829 рублей. Также есть гели для стирки Master Fresh, они универсальные, объем 1300 мл, а стоимость 194 рубля. И есть гель для стирки детского белья Flora, глубокое очищение ткани, 1,5 литра объем, цена 204. В ассортименте есть освежитель воздуха 400 мл, на выбор есть морская свежесть после дождя и лимон, стоимость 59,90. А это увлажняющий крем-гель для умывания с алоэ, для нормальной и сухой кожи. Мягко очищает, увлажняет, восстанавливает тонус. 150 мл здесь во флаконе, производитель Московская область. Цена 53 рубля. Также появился новый сухой скраб для тела. Есть смягчающий, кокос и ананас. И есть обновляющий, кофе и плоды вишни. 250 грамм, цена 148. От бренда «Бархатные ручки» в продаже есть крем для рук защитный, называется «Дачный», 180 мл, производитель Екатеринбург, цена 99. А это жидкое детское мыло, оно с экстрактом ромашки, продается в выгодной упаковке, 1 литр, цена 116 рублей. Жироудалитель «Баги», «Шуманит», до 100 применений, объем здесь 400 мл, производитель «Израиль». Продается во флаконе с распылителем, так вот выглядит он, стоимость 449. Есть чистящее средство для ванной комнаты, антиналет, антиржавчина, быстрое действие. 500 мл, тоже флакончик с распылителем. Стоимость 89. Новинка. Это спрей для кухни Sorti Home антижир универсальный. Продается во флаконе объемом 500 мл. Флакончик идет с распылителем. Стоимость 122 рубля. Также в огромном количестве завезли средства для мытья посуды АОС с бальзамом. 1300 грамм в упаковке, цена 178. А это экологичное средство для мытья посуды, овощей и фруктов. Средство без запаха, называется BioMio, продается в дойпакете объемом 500 мл, цена 160 рублей. Также есть гель-бальзам для мытья посуды Селеста, активен даже в холодной воде, с алоэ вера, 500 мл, тоже здесь объем, стоимость 47 рублей. В продаже есть набор инструментов, в котором 8 предметов. В наборе рулетка, канцелярский нож, крестовая отвертка, плоская отвертка, индикатор напряжения, плоскогубцы, лента изоляционная и молоток-гвоздодер. Все это в пластиковом кейсе. Цена 468. Пакеты для запекания и замораживания. Они с клипсами. Размер 30×40 см. В упаковке 4 пакета. Цена 36 рублей. В большом ассортименте есть рулонные шторы с рисунком, они размером 50×160 см, цена 309 рублей. А это рулонные шторы на липучке, они полупрозрачные, размер 60×115, цена 308 рублей. И есть рулонные шторы цветные, они уже плотные, размер 70×160, цена 410 рублей. В этом магазине в наличии есть сушилка для белья, она напольная, металлическая, с распашными створками. Максимальная нагрузка 15 кг, изготовитель России, город Ижевск, торговая марка Ника, цена 837 рублей. В продаже появились женские домашние брюки, здесь они в ассортименте по расцветке, очень классное качество, они с карманами, на резинке, имеется шнуровка, все очень аккуратно сшито, в составе 90% хлопок и 10% полиэстер, изготовитель Узбекистан. Размеры с 46 по 56, стоимость 236 рублей.
В наличии есть контейнеры для выпечки с крышкой на защелках и с ручкой. Размер 30 на 30 на 14 сантиметров. Изготовитель Россия, цена 269 рублей. В продаже есть корзины Style. Они перфорированные с двумя ручками, объем 3,2 литра. В наличии два цвета, стоимость 114. Очень интересные, в наличии есть кашпо для цветов, они пластиковые. Смотрите, какая красота, квадратная форма. Дизайн есть листопад и есть еще под мрамор. Они продаются с поддоном, производитель Россия, цена 130 рублей. Также есть в продаже аксессуары для ванной комнаты. В наборе три предмета из керамики. Это дозатор для жидкого мыла, мыльница и стаканчик для зубных щеток. В наличии здесь два цвета, два дизайна. Цена 480. В ассортименте есть кружки для чая объемом 360 мл. Это дулевский фарфор, производитель Россия, стоимость 89,90. В продаже есть очень красивые тарелки квадратной формы. Изготовлены они из фарфора. Имеется очень красивый декор. 22 сантиметра диаметр, на выбор 3 расцветки, все красивые, цена 136 рублей. Форма для запекания жаропрочного стекла называется «Забава». Размер 39,5 на 24 на 5 сантиметров, объем здесь 3 литра. Производитель Китай. Стоит такая форма 606 рублей. И есть форма «Забава», еще квадратная, размер 24,5 на 21,9 на 5,1 сантиметра, объем здесь 1,8 литра. Производитель Китай, стоимость ее 355 рублей. А это портативная газовая плита торговой марки Energy. Она с ветрозащитой, работает от портативного газового баллона, продается с кейсом для хранения, цена 1338. Духовой электрический шкаф от торговой марки Lume. Мощность его 1600 Вт, объем камеры 23 литра, в комплекте жаропрочный поддон, решетка и противень, цена 4095 рублей. В продаже есть промышленная лампа светодиодная торговой марки Era. Цоколь E27, мощность 120 Вт, цветовая температура 4000 Кельвин, а световой поток 9600 люмен, стоимость 735 рублей. В продаже есть овощное ассорти маринованное, это томаты и огуречки принцесса вкуса, 720 мл объем, стоимость 86 рублей. Также есть в больших банках тоже огурцы с томатами, ассорти 1415 грамм, цена 163 рубля. Утка тушеная Руском, продается в металлической банке с ключом, в составе мясо утки на кости, вода, соль, морковь сушеная и перец черный молотый. 325 грамм масса, производитель Московская область, город Латкарино. Так вот выглядит баночка, цена 93 рубля. А это паштет с индюшиной печенью. 250 грамм масса, тоже металлическая банка. Покажу вам состав. Состав здесь очень большой. Производитель Россия, город Курган. Цена 62 рубля.